сейчас идет, почти готов в сезоне. Конечно, не хватает игры. Сейчас очень важно эти две игры в Москве. С Кабаком, потом дальше Питер едем. Да, что, ну, просто смотрим на эти игры. Там ребята, движение и еще тактика, которую мы работали на тренировке, что приходило на игру. Так это самое базовое. Лично я с нетерпением жду момента, когда мы сможем проявить себя. Нам очень важно почувствовать химию, почувствовать систему, тактику, игровые схемы, понять тренерские заготовки. И, конечно же, войти не только в тренировочный, но и в игровой ритм. Я воодушевлен тем, что наконец-то все начинается по-настоящему. Я провел две хороших недели вместе с командой, у нас отличная атмосфера, и я считаю, что мы неплохо подготовились к предстоящим матчам.